Соответственно, здесь у нас два наших шасси, которые сейчас выпускаются для платформы АК, Mark 3 версии. Так называемая Slim-версия. У меня такая. Да, и так называемый Military Law Enforcement, то есть то, что идет военным. Основная, естественно, разница заключается в конструктиве передней части, потому что вот эта съемная крышка одинаковая везде. И вот эта часть, которая, на которой ставится оптика, она везде одинаковая. Здесь поставлен у нас, ну, как бы 1.8. Показано, что даже не снимая механику, просто перекинув ее вперед, можно поставить на кроне, выдвинутом вперед, без проблем, сюда 7 посадочных, здесь 7 слотов, поставить маунт для кронштейна. Или же, естественно, поставить любой коллиматор, который нужно поставить, там, да, ну, как расположив его как удобно. А передок различается, газовая трубка везде отдельно качающаяся. Передок различается чем? Что здесь у нас узкое цевье, фактически, а здесь у нас вот часть этого цевья является основанием аппера, то есть притянуто, а сверху одето цевье ECR-типа, более толстое, да, и позволяющее не срезать антап. А, то есть мы оковку не срезаем? Да, не срезать оковку. И второй момент, позволяющий сохранить шомпол. О! То есть, если людям нужно таскать, продолжать шомпол, здесь сделаны выборки, после установки шомпол можно вставить, и он будет там висеть на месте без каких-либо проблем. Естественно, за это платится плюс там где-то 110 грамм веса, вот на этом передке, за исключением того шомпола и оковки, которую мы еще сохраняем, да? То есть, тут-то мы все это должны срезать или убрать. А здесь это можно сохранить. Но вот это решение, первое, у него плюс, оно менее нагревается. Ну, то есть нагревается, но менее, потому что здесь все-таки объем меньше. И как бы... Ну да, рука у тебя ближе получается, да. Здесь, однако, мы все начинаем играть в Fight Club, потому что вот эта антабочка, она все-таки выступает, и она может поджечь, поджечь ладонь без перчатки. То есть мы рекомендуем вот на это место как раз закрепить антабку для быстросъемного ремня. Ну ладно, у какого владельца АК не прожигалась перчатка? Ну, главное, чтобы рука не прожигалась. Да. Соответственно, цена, тут разница где-то в 5000 рублей, то есть между ними, ну вот это чуть подороже. Но самый основной момент, что вы его ставите, ничего с калаша снимать не надо, шомпол на месте, все на месте. И можно его поставить вплоть на 47-ку, то есть старье, то есть, или там вот у нас без бокового крона, вообще все нормально. Здесь оно на АКМе. Здесь оно на АКМе, да, вот у нас 74-й. То есть я понимаю, что я беру сейчас свою Сайгу 30-ку в зените, ничего не срезая, снимаю полностью зенит и спокойно в домашних условиях устанавливаю без... Есть две версии цевья, вот эта пятерка, она по длине под 105-ку, и 74-ку, есть шестерка по длине. Тоже с пропилом, то есть делать для военных. Ну, там мы ее делаем под заказ. Вопрос, что для, как это, людей из Таркова и Вартека мы можем сделать и не под заказ. Но, тем не менее, вопрос. Вот это всегда есть в наличии, да, шестерки отдельным ордером идут. Я вот такое хочу. Ну, значит, будет у тебя вот такое. Спасибо большое. Вот, да. Теперь я знаю разницу.